Здравствуйте, дорогие друзья! С вами товарищ Санек и сайт StrollHunterGame.net. Мы продолжаем проходить StrollHunter Crusader и остановились мы на восьмой миссии под названием «Пески времени». Против нас выступают 4 крысы. Нам дают 2 раза больше денег, что не может не радовать. Опять же, строим склад, магазин, амбар поближе к зелени. Ставим 2-3 яблоневые фермы. Можно еще поставить каменоломню. Даже 2, если хотите, кому как больше нравится. Просто чтобы мало ли деньги пригодятся. Нет свободных людей для этого. Проиграете всю армию, чертовой матери. Бывает и такое. Не хватает товаров. И опять же по старой стратегии ставим энное количество домиков, в моем случае 3. И из них уже делаем товарищей ассасинов. А параллельно просто его можно отправить. Поставить туда лучников, этих отправить. Поживее, наверх. Просто чтобы похарасить. Клинки, и сразу же нанимаем ассасинов. Не хватает рекрутов, сэр. Какие моя есть. Душа сразу вот эти 20 человек. Отправляем. Чтобы жизнь медом не казалась. Нанимаем где-то 15 конных лучников, больше не нужно. Жду приказаний. Потому что... Нас атакуют! В принципе, они не нужны. За тебя, господин. На все остальные деньги покупаем ассасинов, опять же. Потому что можно потерять очень много войск. Не хватает рекрутов, сэр. Ангел вместе. Послание от крыс. Не надо паниковать, крысик. Успокойся. Успокойся. Вот уже. Послание от крыс. Не надо паниковать, крысик. Успокойся. Успокойся. Сразу же закрепляем свой успех. Послание от крысы. Перекидываем наши войска на следующий лагерь. Ждем. Бьемся как ветер. Усталость забыть. Сразу же делаем. Можно конных лучников парочку сделать. Мы отважны. Потому что они больно уж у нас хорошо умирают. Вперед, братья. Наши лошади готовы. Быстрее ветра. Нас никто не обгонит. И наша победоносная армия уже из 41 ассасина убивает следующего крыса, и следующий уже начинает паниковать. Закрепляем наш успех. Мы послание от крысы. Пожалуйста, не трогай меня. Мчимся как ветер. Мы отважны. Летите, стрелы. Послание от крыс. И все же хорошо, да? Да, я думаю, все так и должно быть, правда же? Опять же делаем конных лучников. Мой скакун быстрее ветра. Потому что они очень хорошо умирают. Вперед, братья! Клинки остры. Моя душа, это невозможно. Ассасины хороши, им даже лестницы не нужны, они прям так спокойно залазят. Это невозможно. Где там подкрепление? Послание от крысы. Пожалуйста, пожалуйста, не трогай меня! Ангел, ну, собственно, потеряли мы троих. Ой, с какой быстрее ветра. Жду приказания. И нашу недоармию посылаем в дальнейший штурм. Да, я думаю, все так и должно быть, правда же? Ты ничего не услышишь. И отправляем в последний бой. Ваша светлость? Ну как последний? Послание для них последний бой. Не надо паниковать, крысик. Успокойся, успокойся. Вперед, братья! Пока наши ассасины прорывают дикую оборону без ворот. Ну, в принципе, если тут достроить нормально, двойные-тройные стены сделать, вполне симпатичный замок получится, нестандартный. Мы готовы. Да давайте, ничего. Ты ничего не услышишь. Мы отважные, лучшие в мире.
Клинки. Ну, потеряли мы достаточно много. У нас было очень много. Куда они делись, непонятно. Ну, все равно. Пожалуйста, не трогай меня! Ничего сложного нету. Мы победили, сэр! Ну что ж, спасибо за просмотр. С вами был товарищ Санёк и со stealth-game.net. Подписывайтесь на наш канал, а также вступайте в нашу группу ВКонтакте и заходите на наш сайт.